Это для всех. То есть подать заявку может каждый желающий, и мы этого не скрываем. Артис сидят профессиональные члены жюри. И это люди, которых знаю лично я, которых знает лично Виктор Демьяненко. Эти люди занимаются своим делом профессионально, и они оценивают сугубо индивидуально, исходя из того, что человек показал. В городе достаточно сложно было найти локацию для проведения. То есть это не обычный конференц-зал и не какой-то там клуб и ресторан. Нам нужен был красивый зал, который может вместить минимум 300 человек. С красивой сценой, с качественным звуком и светом. Так что команда всегда открыта для новых лиц, для новых людей, которые готовы помочь. Впечатлила, конечно, организация, но в целом могу сказать, что чуть-чуть не хватает шоу. Что в зале действительно была хорошая такая, знаете, атмосфера позитива, с которой мы, собственно, у нас был такой парный конференц, он со сцены комментировал какие-то интерактивы, а я уже непосредственно работал с залом. Вот это было интересно. И мне очень приятно быть ведущей на этой церемонии, мне очень приятно быть частью, на самом деле, этого грандиозного проекта. Вы знаете, я человек творческий, и мне очень приятно общаться с людьми, которые вот, не просто чем-то занимаются, а действительно занимаются чем-то полезным, интересным, красивым. И то, что действительно достойно называться искусством. Мне очень приятно находиться в таком окружении среди таких талантливых людей. А на самом деле в нашем регионе очень много талантливых личностей, очень много талантливых людей. И очень приятно, что на самом деле есть такая премия, которая замечает, которая награждает. Конкурсы мне покупать не предлагали. Я считаю, что глядя на организаторов и саму организацию, это в принципе невозможно и нереально, потому что все честно. Что уровень жюри был очень высок, и их профессионализм проявился именно уже в конкурсантах, в тех людях, которые выиграли. Проект полезный. Надо просто, во-первых, с одной стороны, конечно же, учиться его делать, потому что в любом случае надо рассказывать о том, что здесь происходит. Любая премия, любая церемония, любой концерт всегда повышает культурный уровень города, его жителей.
Поэтому считать что-то бессмысленным или безрассудным – это достаточно глупо. Как может быть культура, да, искусство, которое развивает нашу страну, как это может быть бесполезной работой? Да? Насколько я понимаю, проект открыт, и участвовать может любой, поэтому все эти претензии, мне кажется, несколько необоснованными. То есть никто не запрещает всем тем талантливым людям, которые что-то делают, участвовать и тем самым формировать, так сказать, снизу программы премии. Я уверена, что лет через 5, даже может быть и раньше, об этой премии будут знать все, и к этой премии будут стремиться все. Премиум-спонсор – рекламное агентство «Аксель Медиа Групп». Генеральный медиапартнер – 34-й телеканал.